Совершенствование деятельности центров оказания госуслуг. Такова была тема семинара, организованного Народной приемной президента в Ташкентской области. В ходе мероприятия были обозначены четкие задачи и новые требования к профильным организациям, работающим в сфере оказания госуслуг. 11 апреля было принято постановление президента страны о дополнительных мерах по ускоренному развитию системы оказания государственных услуг. В учебно-практическом семинаре еще раз тщательно было проанализировано критическая оценка главы государства, агентства государственных услуг и его территориальных подразделений. В работе семинара были поставлены конкретные задачи по их ускоренному решению. Исходя из этого, были даны конкретные задачи. Ответственные органы получили все установки. Эти вопросы будут рассмотрены на уровне министерств. Рассматривается также вопрос интеграции. Как было отмечено, на сегодняшний день в центрах принародных приемных населению оказываются 47 видов госуслуг. Только за первый квартал этого года городскими районными центрами были оказаны более 8700 услуг. Это разрешение на розничную торговлю лекарственными средствами, о регистрации права на земельный участок, регистрации договора по ипотеке, лицензирование права на оказание медицинских услуг, регистрация ключей электронных цифровых подписей, разрешение строительно-монтажных работ и другие. Во исполнение постановления главы государства с 1 июня этого года в центрах государственных услуг в экспериментальном порядке будут представляться от 70 до 100 наиболее востребованных их видов. Перечень этих услуг формируется, исходя из наиболее актуальных потребностей населения. Государственные услуги, включенные в перечень и внедряемые в экспериментальном порядке, оказываются исключительно через центры агентства. Со дня внедрения в экспериментальном порядке госуслуг уполномоченным органам запрещается принятие заявлений непосредственно от заявителей. В мероприятии были обсуждены итоги мониторинга деятельности секторов по социальной экономическому развитию регионов за прошедшее время, а также исполнение указа главы государства о программе «Обот-Кшлох» «Благоустроенное село» в области.